Привет, бро, меня зовут Гуфи, и добро пожаловать в Roblox. Сегодня мы вместе с тобой поиграем в зомби-майнинг-симулятор, а именно будем выкапывать человеческие мозги. Тебе интересно? Да-да, я знаю, я тебя заинтриговал. Итак, сейчас я играю за вот такого вот зомби, я уже немного поиграл в этот режимчик, чтобы хоть чего-то начать не с самого начала. У меня есть 2500 кэша, также я уже добыл немножечко мозгов, у меня есть вот такая вот лопатка и новый бэкпак. Это чтобы нам было с тобой интереснее играть и интереснее копать. Мы с тобой находимся на кладбище, тут вот такие вот мозги за заборчиком валяются, голова, черепок. И мы с тобой начинаем копать в самый-самый низ. Начинаем мы с тобой, конечно же, с травы. Затем переходим к грязи, из грязи в князи, как говорится. И сейчас мы будем с тобой докапываться до самых ценных ресурсов. Соответственно, в этом режиме можно добывать вот такие вот мозги. Эти мозги немного похожи на желейку, но ты не пугайся, я не зомби. Мне еще не интересно их кушать. Также здесь есть супер брейн блок. Это что-то наподобие супер мозгов, это более ценные мозги. Но я не знаю, как они определяют, какие мозги ценные, какие неценные. Мне кажется, у всех мозги одинаковые на вкус и цвет. Опять супер брейн блок, ничего себе, мне очень сильно везет. На самом деле, когда я до этого играл, мне не удавалось добыть эти мозги, а сейчас они просто вот рекой текут ко мне. Возможно, все потому, что карта обновилась и стало немемного больше этих супер брейн мозгов. Мы сейчас с тобой находимся, не знаю на каком блоке, здесь нету этой таблички, но мы с тобой докопались до камня. А камень это тоже достаточно ценный ресурс, потому что с него мы получаем сразу же по несколько единичек минералов. У нас есть минералы, у нас есть мозги, и эти две вещи мы можем с тобой продавать по завышенной цене. Я бизнесмен, я знаю. Сэндстоун. А, опять песок. Мы дошли до песка. Так, мозги, добываем больше мозгов. 135 мозгов мы вряд ли с тобой когда-нибудь сможем добыть, потому что это просто невозможно. Знаете почему? Потому что мозги добываются по одной единичке, а минералы сразу же по 4, по 2 единички. Ну, то есть мозгов у меня нема. Ну, как вы, наверное, заметили, это, наверное, заметно с моего самого первого видео, но не суть важно. Вроде бы продвигаемся очень даже неплохо. Я хочу себе купить какую-нибудь новую лопатку, потому что бэкпак пока что меня мой устраивает. Бэкпак у нас неплохой на 135 единиц. При этом я все это сделал без доната. Можете за меня порадоваться. Пози наконец-таки не донатил ни на что. Мне кажется, если здесь у нас будет какое-нибудь ценное предложение за робуксы, я думаю, есть смысл их немножечко потратить. Золото! Что это было? Я выкопал золото и все? Full backpack? Окей, давай тогда мозги добудем. Последние мозги. Все, вроде бы все мозги выкопали. У нас есть 40 мозгов. Мы возвращаемся с неплохим кушем. Мы добыли супер брейн мозг. Мы с тобой заработали золото, минералов. 810 баксов я получаю за минералы. А за мозги я получаю... О, 600 долларов! Мозги намного ценнее, чем обычные блоки, это логично. А, давай посмотрим лопатки, новые лопатки. Я хочу себе новую лопату. Кстати, начинал я вот с этого горшочка, сила 1, но это было неинтересно. Сейчас мы с тобой дойдем до самого интересного, а именно до детектора. Детектор вроде бы автоматически копает все эти блоки, поэтому нам даже не придется кликать. Нам осталось накопить всего лишь 1500, это еще один заходик в эти пещеры. Уи! Вот это я прилетел, вот это я прилетел. Так, золото, сразу же добываем золото. Там какой-то чувак застрял. О, не-не-не, надеюсь, он бежит не за мной. Так. Отходим от него подальше. Если это мой подписчик, то нужно сматываться, потому что мои подписчики очень любят мешать мне копать в майнинг-симуляторах, потому что они знатные тролли, я это знаю. Очень много мозгов, очень много мозгов. Вот серьезно, буквально 20 минут назад этого не было. Этого не было, попросту не было. Я буду стараться добывать мозги, потому что чем больше мозгов мы сможем с тобой добыть, чем быстрее мы с тобой накопим на новую лопатку. 76 минералов, ничего себе, быстро забил себе весь инвентарь. Когда у меня будет новая лопата, я смогу себе очень быстро накопить на новый бэкпак какой-нибудь. Хотя новая лопатка звучит не столь интересно, как новый бэкпак, чтобы больше вмещать в себе ресурсов. Тогда мы точно сможем накопить себе на новую лопату. Знаете, одно другому не мешает. Новая лопата — это быстрая добыча ресурсов. Минералы продаем, зарабатываем 810 баксов, продаем мозги, 17 мозгов мы с тобой продаем, 17 за 255 долларов. Не хватает еще 400 кэша, тогда у нас будет новенький апгрейд, это уже будет немного поинтересней. Ну согласитесь, реально клевый костюм, да? Я его купил, но нет, это не реклама. Это же пози!
Это же Позия, напишу в чат. О, золото! Нет, нет, оно слишком далеко, ты не Позия. Эй, да в смысле я не Позия? Я же Позия. Я прямо сейчас снимаю видосик. Позия в чат не пишет. Пишу. Это что за троллинг такой? Мне кажется, не я его троллю, а он меня. О, что это за VIP-комната? VIP-рум. Так, buy Game Pass. Сколько стоит покупка? 53 робокса не хватает. Окей, что мы можем с тобой купить в Robux Store? В Robux Store мы можем купить двойные мозги, двойные минералы. Предлагаю купить двойные мозги. Звучит интригующе, как раз мы с тобой мозги никогда до конца не забивали. Надеюсь, у нас в этот раз хоть получится это сделать. Ладно, начну с минералов, пожалуй. А потом дойдем с тобой до двойных мозгов. Мозги, где же мои мозги? Один брейн я добыл, в смысле? В смысле коромыслия? Двойные же мозги, или возможно это двойная продажа мозгов, но пока что это выглядит как какой-то троллинг. Так, добыл мозги. У этого чувака детекторы, вы видели, как он быстро копает все эти блоки? Он их ломает почти со скоростью света. 400 кэша, даже 300 кэша осталось. Совсем капелька, капелька до моей новой лопаты. Да, конечно, детектор намного круче, чем какой-либо рюкзак. Я должен разговаривать как зомби. Я должен разговаривать как зомби. Вкусная желейка мозги. Да, вот теперь я точно начинаю превращаться в зомби, потому что мой мозг совершенно не работает. Двойные мозги не работают, это странно. Это действительно странно. Меня обманули на 200 робуксов. О, нет. Нет, только не это. Придется снять мою шляпу. Ребят, дизлайк этому режиму. Нет, вы должны поставить лайк под этим видосом. Но когда вы будете играть в робокс, не заходите в этот режим, потому что где мои двойные мозги? Хотя, возможно, я опять же что-то неправильно понял. Поэтому зря я раньше времени паникую, да? Согласись, зря ты раньше времени паникуешь, Позе. Не парься, это двойная продажа мозгов. А минералы я продаю. 106 минералов за 636 кэша. Покупаем новый детектор себе. 5500 он стоит, покупаю его. Мне не жалко на него потратить деньги. Оу, теперь я с инопланетной тарелкой в руке. Так. На секундочку, я все понял. Песок добывается не столь быстро, но брейнблок я ломаю просто в один клик. Вот так. Пау, по щелчку пальца. В принципе, можем с тобой начать копать в самый низ и посмотреть, что же у нас в самом низу находится. Ну и по пути добывать мозги немного. Ну, повышать свой интеллект. Потому что мы зомби, мы тупые, нам нужны мозги. Только для этого мы их с тобой пожираем, не потому что они вкусные. Золото. Шикарно. Мне кажется, до самого низа я не смогу дойти, потому что мой инвентарь опять забился. Камон! Камон! Да ладно! Брейнблоки. Оба! Хоба! Хоба! Получится тот брейнблок добыть. Хоба! Хоба! Есть, добыл его. Так, и вон тот, верхний. О! Не, до него не достать. Телепортируемся на спавн. Но пока что, кроме золотых блоков, суперблоков и обычных минералов, я здесь ничего не вижу для себя интересного. 810 кэша. Так, это моя пещера, кстати. Привет, это я, Позия. Узнал меня? Песок, 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 песок. Я немножечко подустал копать все эти минералы. Пока я не докопаю до самого низа, я не остановлюсь. Нам нужно с тобой это сделать совместными усилиями, бро. Мы с тобой сделаем это. О, золото мое, золото. Спасибо, спасибо. О, опять золото. Опять мне. Как же мне везет. Так, мозги, мозги он выкопал. Давай, в самый низ, самый низ. До центра земли. Докопаем с тобой. Мы сделаем это! Вау! Что это? Эпик Брейн Блок! Так, это уже что-то новенькое. Это уже становится интереснее. Опять Эпик Брейн Блок. Это эпические мозги. Мы с тобой где-то на 200-м блоке, мне так кажется. Ну, потому что мы с тобой прикопали уже достаточно много. Плюс мы сколько падали вниз. Ладно, давай продадим. Давай продадим наши минералы. 810 кэш. Ну, опять же, в принципе, ничего нового. Продаем 46 мозгов, и мы с тобой получаем... 690 кэша? Вы серьезно? Зачем я столько добывал всего этого? Ладно. Я думаю, на этом наш ролик подойдет к концу. Если ты хочешь продолжения, то поставь свой лайк. Если ты не хочешь продолжения, то тоже поставь свой лайк. Я посмотрю по количеству лайков, понравился вам этот режим или же нет. А также оставайся таким же крутым и веселым. И не забывай подписываться на мой канал, если ты еще не подписан. Адьос! Playtime. Что-то не то.
Тебе так не кажется? Ладно, давай попробуем еще раз. Playtime!